Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. И сегодня, ребяточки, мы продолжаем играть в богов. Почему мы продолжаем играть? Мы и есть боги, мы не играем. Мы выполняем свою, вообще-то, работу. Мы строим мир. В предыдущей серии мы успели построить только вот эту вот локацию до конца. Сделать жизнь, птичек, там домик построить, облачка. И даже сделать солнышко. А то у нас его даже не было. Также мы сделали пустыньку, но пока еще не до конца. И еще не до конца доделали вон тот вулкан, в котором, кстати, есть ценные ресурсы. Поэтому, кабан, предлагаю тебе отправиться на какую-нибудь другую локацию, потому что пустыню я не хочу делать, я не люблю пустыню. Погнали, да, на самую новую, посмотрим. Там вообще-то вон там есть какая-то локация секретная, мы там еще ни разу не были даже. Я думал, какой-нибудь снежный, может, биом. Давай посмотрим. А вам нужен фермер, чтобы пройти. Есть фермер? Фермер? А может, это деревня будет здесь? Кстати, может быть, я сейчас, кстати, сделаю фермера. Готово. О! Хорош! А ну-ка посмотрим, что у нас здесь будет. Вон туда. И нам надо... Стоны есть. Камень хорошо, камень это хорошо. Легко. Где следующая палка? Вот она. Dirt. Dirt так, у нас тоже ну есть. Ладно, это мы уже проходили, подождите. Это уже было. Видимо, реально тут будет деревня какая-то с фермерами. Ну, сейчас посмотрим. Вот сейчас по-любому грэс надо будет. Ну, по-любому. Но грэс это что, трава, кабан. Ну, конечно, но она именно родненькая. Вот, смотри, тут уже участок для дома, я так понимаю. Это будет, мне кажется, какая-то ферма. Ну, о, фига тут нафига! О, что такое бар? Все, опа, опа, смотри, курятник! Опа, курочка побежала. Смотри, тут яйца лежат. Ну, только они какие-то это заросшие в говне, но ясно, не помыли. Что мы будем делать дальше, кабан? Что-то еще есть. Мид. Знаешь, что такое? Да, я сделал, это муд. Это не то, это муд. Муд-то это муд, а мид это другое. Какую-то говнину сделать, если честно, даже не понимаю, что это вообще. Кабан, зачем ты срал в наш мир новый, а, кабан? Это лужа, ну, что, ты не мог там в пустыне насрать, закопать, чтобы, не знаю, зачем тут-то? Ну, везде должно быть немножко пятнышка всякие. Удобрил землю, я понял, хорошо, для фермы специально. Добрый, это вообще сэплинг, капец, нам тут столько частей еще делать придется, ты посмотри. О, морковку, наверное, сможем сделать сейчас. Кэрот, да, кэрот мы сможем сделать. Шри мы тоже можем сделать. Да, естественно. Все, сажаем деревья сюда. Оу, это что? Это паркур. Что такое хей? Паркур это жизнь, молодежное движение, способ самовыражения. А это просто дом какой-то. Да потом самовыразишься, нам нужно с тобой сделать хей. Опа. Круто. О, хорош. Блин, кабан, я сейчас открыл, тут какие-то роботы, тут есть электричество, есть взрывы ядерные. Кабан, мы тут походу вообще надолго. Ребята, если вам нравится такое, то поставьте, пожалуйста, лайк, потому что я хочу посмотреть, как вообще выглядит ядерный взрыв тут, и как вообще электричество представлено, потому что планет еще очень много. Ну, как минимум осталось вон там две еще. Еще две, ну и третья там. О, смотри, это что, НЛО? Где? Я не понимаю. Вон! Надо смотреть. А как туда вообще добраться? Подожди. А вон лестница, кабан. Я не вижу никакой лестницы. Прямо там, кабан. Добрый, нам надо немножечко сноу. Для этого сноу тебе надо было. Да, чтобы перебраться вот сюда. Так может, доделаем там хотя бы что-нибудь? Сейчас, давай поднимемся только... наверх, потому что мне интересно, мы там в конце ролика говорили... А, вот она лестница, ты про это, получается, говорил. А тут, ничего, тут нету, все, да. Так, я сейчас возьму все ресурсы по одному и начну крафтить... Ну реально как бес. А я пока пойду позанимаюсь нашим миром. Займись уже спортом, добрый. Да я вообще-то спортивнее, чем ты, кабан. Я все-таки не кабан. Спасибо. Кабан, можешь не говорить, можешь просто скрафтить данки. Это что такое? Что за данки? Не знаю. Данки. Звучит как какой-то персонаж из боевика 70-х годов. Аниме Наруто, так, данки, да. Так, данки это осел добрый, это ослиха. Блин, он что-то там сложно делается, походу. Да, чтобы взять ослиху, надо ослиха и осел. Проблема какая-то. Ну ты сам зайди в крафт, там, чтобы взять осла, надо два осла просрать, чтобы взять одного осла. Походу, еще нельзя, потому что птички вот не открылись только когда мы доделали до конца то, что можем. О, это тортли. Кто не знает.
знал, ребята, это торчил. Блин, как все сложно здесь делается на этой планете, я даже не знаю, с чего начать. Добрый, какой на этой планете? Вообще-то, это вообще-то наша планета, если чё. Так это же разные планеты, как бы, ну мы тут просто, ну да. Но это страны разные, планеты-то одни и те же. Вот, Аркабан, ты что не поставил? Ты что, с ума сошёл? Что я там не поставил? Какой вот? Вот, забыл, вот, милк. Где я возьму молоко? Ай, кабан. У меня нет молока, я мальчик. У тебя есть молоко. У меня нет молока, Бэмбера. Я видел. Добрый, нет. Ты постоянно в каком-то молоке ходишь. Да ты шутишь. Такого не могло быть. Короче, мне кажется, нам нужно идти, сейчас будет, нашу башню. Потому что я что-то побегал, и я ничего не могу скрафтить. Не знаю, что там у тебя за башня, но я сейчас уже сделал картографы. А, ты решил пустыню поразвивать? Да. Смотри, короче, как сделай. Выкинем вообще все. Все, что у тебя сейчас вот в инвентаре засрано. И возьми все из сундука, что мы уже открыли. У тебя откроется огромный горизонт событий. Круто, да? Каких событий, кабан? Крутых. Хорошо, я сделаю это, кабан, но если ты меня обманул, то я просто... Я заставлю тебя поднимать все эти вещи. Если у меня не откроется безграничный горизонт событий, то ты поплатишься за свои слова точно. Добрый, я бог. Мне надо сделать смерть. Я бог смерти. Все, я сделал найт. Добрый, я тебя поздравляю. Мы вообще-то ночь сделали, открыли. Ты в курсе, да? Круто. Поставь день, пожалуйста, обратно. Кабан, проблема в том, что у меня даже не влияет. Влезает все вещи. А ты не бери начальные, они бесполезные. Так, ладно, допустим, цветочки я не буду брать, хорошо. Добрый, я вообще-то всю пустыню без тебя тут сделал. Ты там вообще чем... Каким пальцем в каком месте ковыряешься вообще-то? Я горизонт событий пытаюсь открыть, по твоим словам, привет, по твоей наводочке. Так, и как там водочка моя? Ты сделал черепах? Это все, что ты сделал? Черепашек? Ты что, пошутил, что ли? Ты там дом-то видишь справа вообще? Нет, бумбук? Кабан, дом уже был, точно. Лодка делается из двух птиц. Я сделал две птицы, и получилось bird. И все, никакой лодки. Кабан, сделай bird и еще одну bird. Я примерно так и сделал. Вот видишь, бот — это не bird, если вы не получится знали об этом. Получится третья bird, которая надо совместить с bird, которая получилась из двух бёрдов. У меня не получается, добрый. У меня не получается. Ну, ладно, вот иди делай осла, так и быть. Вот возьми два бёрда. Иди делай осла. Короче, ладно, нам нужно сделать лодку. Для пустыни еще что-нибудь надо вообще? Вон там еще что-то есть. Короче, не, всю пустыньку мы уже сделали. Осталось вот только, да, лодка. Давай доделаем, потому что я думаю, что тут откроется еще. А, тут еще что-то, да, я, кстати, даже не заметил. Что это такое? День надо сделать. Сможешь day, сделать day, yes, of course. Как будет добрый по-английски? Kind, наверное. Kind, я буду тебя звать kind. Я буду тебя звать тогда boo. В этих роликах я бёрд, а добрый кайнд. Big bird. Или все-таки ты предпочитаешь very nice pig? Добрый, да. Блин, что ты сделал? Я ничего не сделал, ты просто подошел и начал выкидывать вещи, кабан. Добрый, я делал мир. Я пошел от тебя подальше, ты что-то какой-то странный бог. Добрый, мне надо коу взять, корову. Делай уже данки. Корову делать из двух коров, добрый, что это за баги? Пойдем в башню, доделаем пустыню, нам нужно всего-то лишь бот сделать. Короче, здесь очень странный мир. Да ладно. Я не виноват, это дело не я, это дело Kind. А кто это делал, кабан? МС Боров это делал. Так, короче, все, я пошел в башню, сейчас мне скажешь, что там надо сделать, или иди ко мне и запоминай. Я все запомнил, погнали. Так, все, я сделал корову, я сделал работу. Так. Я пошел искать, короче, как делать бот. Это плод. А где плод-то? Плота-то и нету. Вот, я нашел, как данки делать. Надо лошадь. Да я знаю, кабан, я уже почти сделал. Сделал лошадь. Так, надо сделать теперь осла. Добрый, все, бот делается очень легко. Надо просто немножко дерева и немножко козюльки. Наковыряй, кабанчик. А я пока сделаю рабочую лошадку нашу. Сейчас будем ковырять козюли. Так. Я сделал бот. Что нам нужно взять еще? Вот прям наперед, чтобы вот мы реально знали. Хаус. Нам надо взять хаус. Данки готов. Так, вот держи, короче, уголь. Спасибо. Зачем он мне уголь? Я не знаю, но ты любишь уголь. Добрый, я не люблю уголь, я люблю желуди. Да
не ври себе. Так, мы прибежали, я пошел ставить бот. Делай это. Ты что пошел делать? Пошел данки ставить? Я хочу посмотреть, как ты поставишь бот. Смотри, это бот. Опа. Отлично. И бог лодок плывет сейчас. Подожди, это вся пустыня. А зачем вообще нужен этот дом был? А в нем картограф живет. Добрый, смотри, у нас солнышко плавает в пустыньке. Ну ничего страшного, мы побежали. Пан, это ты сделал? Это ты сделал с яйцами? Кого? Назвал Чёртл. Чёртлс, да, это я сделал Чёртлс. Хорошо, молодец. Получается, пойдем поставим Милк и поставим Чонки. Давай, а я поставлю вот это вот здание. Называется оно Барн. Ангар, или что это называется? Как это называется? Непонятно. Animal. Что, красивое, красивое. Полное говно. Animal. Добрый, чтобы взять Animal, надо опять это немножко... Дай Animal, честь. Animal. Подожди, это что? Это Милк. Так, Милк. Ооо, ничего себе. Я даже не ожидал. Мы с тобой сделали Милк. Это неплохо. Тут у нас коров нет, я не знаю, как мы его сделали. Ну ладно. Идем сюда. У тебя есть Animal? Animal. Вот сюда Animal надо тыкнуть. Тыкаю. Добрый, ты тыкаешь плентом, а не Animal'ом. Во, все, отлично. Ай, меня закрыли, комар, помоги. Еще надо и хорси, и чикены тут, господи. Теперь у нас есть огромные чикены. Фрут, я сделал. Ай. Так, что нам еще надо? Сид. Ой, нам еще что-то так много еще. Смотри, тут прям мир какой-то очень жесткий, походу. Я сделал немножко сид. А что нам надо еще? Что? Господи. Ой. Ладно, подожди, давай забьем пока на этот мир, тут все понятно. Смотри, на твоей куче говна будут выполняться пигов. О, пигс. Пигов надо побольше сделать. Все, лях. Ну, хорош. Вообще без хвоста сделал. Молодец. Да нет, вон завихрюлька маленькая. Подойдет. Это черкаши. Это не черкаши никакие. Вот добрый, ты еще донки поставил. Ты насрал, они посидели, вот теперь у них. Так, а мне нужно сделать корову. Так, корова готова. А я, кстати, уже пошел второй региончик развивать. Не знаю, как там ты. Ой, у нас есть еще один, что ли? Господи. Так, у тебя есть семечки? А, у меня семечки. Семки? Семок нет. Не найдешь. Их нет. Придется поискать поглубже, кабан. Ищи поглубже. Так, теперь надо dirt. Теперь немножечко грасса. Добренький, ты посмотри. Вторая территория-то уже как обнюхалась. Неплохо? Ну, такая же пока, как и все остальные. Не, у нее хотя бы другого цвета земля. Круто. Вэгон. Добрый, я посмотрю, у нас есть вэгон теперь. Вау, классно выглядит, слушай. А ты знаешь для чего? Это для данки, чтобы данки возили вэгон, понимаешь? Yes, кабан, yes. Добрый, ты не поверишь, что я скрафтил дракона. Кого? Зачем? Дракона. Мы еще не создали миры, электричество, ядерные взрывы или... Но у меня уже есть дракон. Интересно, я думал, будет, кстати, на вулкане. Ну, посмотрим. Кстати, надо бы на вулкан сбегать. Мы, может, уже можем что-то туда сделать, что-то грязного. Да, кстати, пойдем сбегаем на вулканчик. Пришли, добрый. Короче, я бог... Я просто туда сейчас телепортнусь и все. Так, ну вот и вулканчик. Ну-ка, что у нас? Что у нас? Твой порч можно, в принципе. Ты сможешь сделать, да? Ты форч сможешь сделать? Нет, у меня нет огня. А у тебя? А у меня нет огня. А, подожди, это что такое? Это что такое? Добрый, иди сюда. Пембра, сюда быстрее. Так, я посмотрю, что здесь можно сделать. Здесь надо чиз хранить. Ууу, капана! Где? Что, прям настолько, что ли? Что это? Я не знаю. Домик какой-то недостроенный. Смотри, вот, я вот про вот это говорю. Тут видишь, типа, генератор булыги. Ну, давай, я тебя оставлю наедине со своими любимчиками. В смысле? А я при чем? Это вообще-то сложно делается. Я пошел... Я сейчас прямо могу сделать обе. Так, кол готово, кит... Готово. О, ничего себе. Так, чего здесь надо поставить? Значит, энвил. Это у нас что? Так, печечка. О, прикольно, прикольно, неплохо, неплохо. Металл. Металл делается из фурнитуры. О, кабанчик, смотри, что есть. Добрый, вот сюда надо энвил сделать, эту кузницу, наковальню, наковальню. Смотри, наковальню я сейчас сделаю. Добрый, какая разница, что ты радуешься блоку, мы боги, нам вообще насрать. Мы их сделали. Надо радоваться всему в жизни. Ты что? Ты какой-то плохой бог. Я радуюсь, когда я ем. Когда я не ем, я не радуюсь. Кабан, ты мне кажется, не проходил обучение бога. Я же говорю, я прошел двухнедельный мне курс. Мне кажется, в божественной школе вообще просто сидел под партой и жрал уголь.
Мел, мел сожрал. Я сыр, кстати, в пещере положил, если надо... Кабан! Зачем ты в пещеру положил сыр? Ну, чтобы он стал кисленьким и вкусным. Кабан, ты такой кисляк, я вообще в шоке. Так, подожди, что мне нужно сделать? Мне нужна пресура. Ребята, спросите в школе, что такое пресура. Это очень важно. Нет двух пукишей, кабан, можешь оформить? Ну, кабан, когда не надо, ты вот нормально раскидываешь всеми вообще без проблем. Добрый, используй две подмышки. Когда нужно. Используй две подмышки, Бэмбрус. Сделай фейковый. О, все, я летучих мышей сделал. Так, я пещеру, кстати, почти закончил. Тут надо еще два улучшения, но это будет легко. Что ты сделал, да? Мушерум. Я сделал кар. Из кара я сейчас сделаю флайт, кабан. Это было очень легко. Так, флайт готово. Ну-ка, я смогу летать? Да. О, кабанчик. Лавариор сможем сделать, как думаешь? Смотри, у меня есть эти, у меня есть литры теперь. Добрый, ты бог, у тебя есть левитация. Так, а варьер тебе надо сделать, да? Тебе срочно прям? Я очень хочу драку, войну. Мне, кстати, тоже интересно на это посмотреть. Вот нужен хьюманный меч. Господи, кабан, ну ты что? Ты что, забыл, как делается меч? Попробуй сделать сверд. Тебе нужно немножко батл и немножко войны. Я надеюсь, этот летсплей зайдет на миллиард серий. Кабанята этот. Если хотите еще продолжение, то напишите. Напишите, что вы любите. По-английски. По-английски, что вы любите кушать на дне рождения у сестры. Лучшего друга. Так, ты сделал варьер? Конечно нет, кабан. Он делается из батла, а батл делается из двух варьер. Я знаю. Надо идти срочно в нашу любимую башню. Что тавер? Ты запутался и не знаешь, куда идти. Смешно, конечно. Смотри, кабанчик, я могу теперь сделать вот так вот. Я могу сделать просто fly. Опа, и сразу в тавер. Не знаю, что там делаешь, что я делаю колеса. Кабан, мне кажется, надо сначала ролик записать, а потом ты займешься колесами. Все, я сделал rail, и теперь надо сделать mushroom. То есть колеса и mushroom. Сразу все вместе, да? Тебе не сильно будет после угля-то? Люблю активированный машрум. И что там? Варьер есть? Кабан, тут вообще жесть. Господи, а что меня-то атакуют? Вы что, дебилы? А что я-то? А почему он один, во-первых? А что? Всю война-то со мной? Я тебе предлагал сделать варьер, но ты отказался. Я пошел поставлю карт. О, кабанчик, ты тут рельсы сделал? Я не знаю, как рельсы будут на English. Рейл. А у тебя тут красиво в пещерке-то, неплохо так. Спасибо, Бэмбрус. Я, пожалуй, еще раз к тебе зайду. Бери вагонетку, вот садись и поехал. О, все, ребяточки. Ребята, на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите продолжения, если... Если хотите, напишите что-нибудь там в комментарии. Хотим третью часть очень сильно. Я приехал, кабан, почему тут тупик? Потому что тут рейл заканчивается, очевидно, Бэмбрус. Всем добра. Всем пока и большого-большого-большого бога. Всем пока.